12 июля, 17 год, Харьков. 10 утра по Киеву. Интересует меня, с чем связан строительный бум в Харькове. Украина понадобится, да? Так. Один дом, второй, третий недостроен, но он недостроен, правда, уже давненько. И вот здесь вообще будут строить 21 высотку, по-моему. Сразу с копом. Это Широнинцев, улица рядом с пожаркой. На пожарке, кстати, обращают на себя внимание циферблат. Время вышло. Таким нехитрым приемом, удалением секундной, часовой, минутной стрелки, пожарные расчеты избавляются от необходимости рассчитывать точное время прибытия.